Ребята, привет всем! Здравствуйте, то есть. Значит, сейчас я покажу, как я готовлю фасоль. Сухую фасоль, короче. Ну, фасоль, естественно, есть зеленая, желтая и вот сухая, как бы, да? Значит, фасоль подошла, уже она сварилась, так сказать. И что нам понадобится, ребята? И я вам еще скажу, как его варить быстро, значит. Его на ночь замачивают в воде и на утро варят. Поняли, да? И еще есть другой способ. Если некогда замачивать, да, так сказать, что делаем, значит? Она закипит, то есть три раза, значит, берем холодную воду. Три раза, значит, она этот искусственно останавливаем, значит, как его, ну, чтобы она не, блин, чтобы остановилась, ну, кипение, поняли, да, ребята? Ну, сейчас было бульона мало, потому я и добавил воду. В Западной Грузии, значит, ребята, его делают как, ну, как каша получается, поняли, да? А я делаю чисто вот с бульончиком, мне с бульончиком нравится. Что нам для этого понадобится, ребятушки, значит? Вот гоги, блин. Ребята, грецкий орех, дробленый перец острый, потому что я острый люблю. Кинза молотая, сухая. Чабер, ребята. Не путаем с чабрецом. Сванури марили. Чеснок и сливочное масло. Поняли, да, ребята? Значит, все, сейчас это туда сыпем. Естественно, если была бы зеленая, да, кинза, зеленую бы я туда нарезал. Но зеленой нету. Естественно, я лучок этот пропустил, ребята, потому что лучок поджаривают и так его добавляют. А мне сейчас некогда его поджаривать и так далее, ребята. Чисто вот так вот. И без лучка мне нормально сейчас будет. Поняли, да? Естественно, еще нужен лавровый лист. Сейчас за ним побежим. За лавровым листом, значит. Вот и он. Вот. Вот она. Хватит. Для такой миски вот такая. Значит. Гоги, ну что, попробовал? Гоги, блин. Гоги вообще аферюгой стал. Гога серьезный там. Так. И все туда, ребята, сейчас смотрим. Смотрим. Такс. Блин, жалко. Столько всего оставил. Этом. Я сейчас его убавлю я газ, ребятушки, значит. Убавлю я газ. А то сильно кипит уж. Вот так убавили. Так, с одной рукой, короче, да, практически я готовлю, делаю его. Ой-ой-ой-ой-ой. Значит, ребята, он сочетается прекрасно с красным вином и с соленьями, значит. Соленья, значит, в основном помидоры туда, значит, идут. Соленые, зеленые помидоры, короче. Блин, никак не могу достать, да. Вот так. Ну, полевая кухня, короче. Вот так. Шикардос. Шикардос-микардос. Вот такие вот пироги, ребята. Сейчас отключу. Она уже, ну, за секунды, короче, готова, да. Вот так. Блин, левой рукой вообще я не пользовался никогда. А сейчас приходится. Вот с таким бульоном у меня он получается, ребятушки. Фасоль. У нас говорят, что в 90-е годы фасоль спасла Грузию, ребята. Без шуток. Самая дешевая, но самая полезная еда. Вот так вот. Я сейчас подниму. Опять же одной рукой. И все. Вот так.
Перчатки нету. Полевой кухни, естественно. Ой, блин, рука-то горит. Все равно горит рука. Нахер. А пофигу им, блин. Ребята, кстати, фасоль одна единственная бобовая, которую животные не едят. Его даже свиньи не едят, я вам скажу. Ну, по крайней мере, у нас. Фасоль даже мишки-марглуны не едят. Ну, зайцы, да? Ну, грызуны, короче, даже не едят его. Так что так. Все, вот такие вот пироги, ребята. Пока-пока. Всем спасибо огромное за внимание. А я примусь за дело. Вот так вот. Пока-пока.